1500 поздравительных писем и открыток будут отправлены в районы Ивановской области. В регионе завершилась акция «Полевая почта». Увесистую коробку из главпочтамта вручили руководителю регионального отделения Всероссийской организации ветеранов войны. В течение апреля добрые пожелания могли оставлять все жители области. К акции подключились взрослые и дети. Кто-то подписывал поздравительные открытки своим родственникам, воевавшим во время Второй мировой, а кто-то желал крепкого здоровья и благодарил за мирное небо над головой совсем незнакомых участников Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы дети знали, что их вот деды, отцы непосредственно воевали. Особенно те, кто, вот мы говорим, фронтовики, тот, кто ходил в атаку, тот, кто сбивал танки, самолеты.